надо сейчас повесить, наверное. Там не горячо? Нет. Как я? Да, вот так. Так? Да. Ну, крещем, то есть так как-нибудь поставь, только надо по одному сейчас брать. Давай. Или надо сразу его... Вот так, наверное, трудно будет. Можешь так его взять, это... А, ну давай я подержу. В стороне. Здесь можно одну край поставить. Один край туда поставить. Да, сюда можно. Да, и вот так. Не, можно эти штукенты поставить сюда. Сейчас. Да, видите, один край вот туда поставь. Вот так. Я тоже могу тебе помочь. Так, давай ближе. Вон, давай кусочек этот железа найди, чтобы накрыть всю крышку. Сейчас сюда. Что-то должно время засекать. Отлично, вот. Отлично вообще. Время сколько? Надо запомнить. А, сейчас. Сейчас еще не держится. Еще смотри. Один момент какой есть. Вот это видишь? Да. Вот это окунаем сюда. В воду. О. Сейчас железку прикрыть. Крышку из бочки можно было поставить. Ну, из-под краски, в принципе, может быть. Рот, да? Доступ. Ну, да, да. Я понял. Что делать, я помню. Ну, может, вытащим пока что? Я лично, наверное, вытащу. А то подгорит зачем? Сейчас подождем чуток. Блин, снизу уже шкурка подгорается. Угу. Нормально так жара. Так, продолжаем. Опускаем назад. Угу. Так. Угу. Есть. Так, железку. Чуть туда нельзя. Ага. Воды надо, да? Чтобы нет, не горело. Это сверху мокрая тряпка, да? Угу, отлично. Железка какая-то большая. Ну, некоторые нашли, блядь, маленькие. Надо было маленькую, чтобы вакуум был. Вот это алюминиевое тоже поставим. Вот так сверху. Выпрямить. А где вы используете? Это алюминий был, я не знаю, я кинул туда. Наоборот, вот так вот. Да. Так вот. Ага. Снег пошел, я закрыл. А там огонь был. Наверное, из-за этого и расплавилось.